Всем доброго, здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юля и Мишка. Всем привет! Ребята, игрушка под названием Сумоман. Собственно, это соревнование с сумоистами. Здесь я есть что снизу, вон, в синеньких. Да, все верно, я красный. Собственно, здесь есть одиночный режим, есть режим на двоих. Естественно, нас интересует второй. Собственно, здесь несколько режимов. Вот в этом, собственно, режиме на двоих. Это, грубо говоря, перегонки. Нет, и надеюсь, никого не запутаю. Это перегонки и царь горы, что-то такое. Попробуй, в общем, эту тему. Надо добежать до конца. Здесь мешаются ловушки, есть контрольные пункты. Если честно, я за кадром долго угорал над этими жирными чуваками, как они падают, как тут бьются обо все. У нас есть бег, вода... Ё-моё. Я столько долго, ё-моё. Я бегу за пельмешками. Интересно, в конце какой приз будет нас держать, Юля, аккуратней. Юля вообще дико злилась над этой игрой, потому что вечно падала здесь. Блин, ну тут постоянно будете падать, это вечная какая-то такая мощная просто ржака творится. Мне кажется, здесь очень сильно надо расслабиться. Спокойно, ты знаешь что? Не жми разгон раньше времени. Фух, здесь очень сложно на самом деле. Вот здесь это миссия данная, здесь сшибают. А есть еще по всяким там ящикам нужно будет залазить. О, вот гонка, это контрольный пункт. Я до него дошел, это меня радует. Юля чуть солдатиком в воду не ушла. Аккуратней. Вот эта ты штука. Ой! Тихо. Все, я упал просто-напросто. Так, все, надо появляться. Четко. Ой, с самого начала. Я не знаю, доберется ли кто-то из нас. Посмотрим сегодня несколько карт. Видал? Всё, тихо. Я уже все поняла, что мне конец. Ё-моё. Всё, я успею. Есть! Ё-моё! Все, и не встать. Ёшкин матрёшкин. Все, трындец. Черт возьми. Все, короче. Я не торможу. Да, ты всё. Не тормозишь? Так ты просто... Блин, не сись. У меня бывало проскакивало. Я тебе говорю. Блин! Вот я начал реально задумываться, чтобы пройти. Я просто начал проигрывать. Нафиг это нужно? Короче, просто... надо... Все, упал, да. Включи мозги, включи желудок. То, что хочешь кушать. Блин, ё-моё, здесь жесть какая. Здрасте. Да, все. Я пока посмотрю, пока этот жаротряс синий куда-нибудь... Блин! Ушел. И знаете, как игра, как наркотики, они какой-то накопительный эффект имеют. Какие наркотики? Слушай, Юля, сейчас... Ух ты! Все, Юля, вот здесь вообще жопа, мне кажется. Здесь пройти очень сложно. Только погоди. Опа, Юля, пошла, и все. Блин! Во! Все, внезапно так. Ой, тихо. Да быстрее, Юль, блин, трындец, она пешком быстрее прошла, чем я бегом тут. Катапульта какая. Ой. Так, два жаробасика отправились покупаться. Стоп, надо гнать. Блин, ты меня сбил. Все нормально. О, блин, погодите, я запутался, что я красный. Фигово же здесь экран разделен, но иначе здесь никак, потому что кто-то... Так, хорошо, что я не прыгнула. А, эта штука еще и опускается. Сейчас тебе... Да что, я на том же самом месте. Пошли. Это я завис. Что со мной? Блин, я ненавижу эту карту. Блин, а вот почти. Да говно какое-то. Динозавров, блин, дрындец, что делать уже, а? Как? Вот я почти разгадал секрет. Молодости. Ой, блин, я задолбался. Слушай, ну давай пройдем это как-то. Так, сейчас я пройду. Блин. Не сегодня. Не, я... На туннель. Поняла. Ой! Блин! Ну нахера ты подскользнула, все. Вот сама в шоке, зачем я подскользнулась? Ой, трындец, погодите, сейчас надо это, я подожду. Все, Юль, все, каюк это, мне. Надо вот здесь разбежаться сейчас. Во-во-во-во-во, ё-моё, трындец. Слушайте. Да, чё я как замедлила-то? Ой, блин. Слушайте, давайте скипнем этот момент. Появимся, когда уже перепрыгнем это. Все, наконец-то сообразили, как тут более-менее. Я прошел, тут нужно очень медленно. Юля все-таки решила по бырику пройти. А очень между прочим, Юля почти выглядит. Пробежала. Ну, да. Им нужен Юля, момент. Именно Юля, я хочу сказать, нашла способ. Блин, я трындец. Я вот что... Юля нажала скипнуть. Смотри, ради этого. Да, кстати, у Юли был момент, она прошла и скипнула, короче. Все, смотри. Это вообще, это же... Короче, смотрите, инструкция, блин, трындец. Идиоты, короче, полные. Не, здесь реально нужно, смотрите, не торопиться. Вот здесь остановиться, подождать.
Вот она исчезнет, тормознуть надо будет. Тормозим. Прощайте, друзья. Так, вот, и по-медленному. Нужно было просто вот так, Юль, потихонечку. Вот, и все, орешь. Кому ты это рассказываешь? Человек, который изобрел этот способ. Ё-моё, нет! Фу, трындец. Я уже думал, все. Вот так вот это и было. Сейчас ты просрешь и будет. Сейчас, тихо. Ой, тихо, сойди. Слушай, здесь сложно относительно. Может пройти и получится все-таки, Юль. Повезло, да, удачно, да, что она восстанавливает в каком-то смысле. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, нет! Погоди, она сейчас упадет, может, тебя вставит. Как сказать, погоди, не торопись скипать. Я прыгать пытаюсь. Понятно. Я пытаюсь хоть что-то сделать. Но все сначала, я начну все сначала. Да, все. Блин, скидай, а я добрался. Ой. А я прошел, кстати, у меня контрольный пункт, поздравьте меня. То здесь какой-то трындец творится, я об балки постоянно стучусь башкой своей. Здесь по-медленному, Юль, просто не торопись. Вот, молодцы. Купаться пошла. Так, сейчас я подожду. Трындец. О-о-о-о-о-о. Ого, это какое-то проклятие. Все, ушел пузом вниз. Солдатиком! Ой, блин, так. Тихо, как бы здесь-то добежать? Сейчас, надо подождать, пока она выдвинется. Здесь какой-то... О, слушай, ну здесь реально. Надо раскачивать, оказывается. Все, Юля просто рыдет. Можете смотреть просто вверх. Здесь царь, блин. Да ну, это вообще невозможно. Это адская игра какая-то. Я сейчас нахер все скипну, это пипец какой-то, серьезно. Надо это, переходить, мне кажется, уже скоро в другую карту, иначе нас нерв не хватит просто все это пройти. Как ты раскачиваешь, стоп. Так, я сейчас все сделал. Тихо, дайте мне запрыгнуть, это пожалуйста. Это карта, где Юль находится, очень долгая, на самом деле, часть. Есть, прошел. Тяжело? Да вообще не да то и... слово. О, я тебе говорю. Опа! Все. Нет! Что обидно, ничего не сделать, Юля. Давайте в другую карту. Я тебе говорю, сейчас я, если подумаю, в другую карту и пойдем. Серьезно, это потому что невозможно. О! Это адская какая-то. Вы что, издеваетесь? Ну это трындец. Ты ладно, хоть второй контрольный пункт преодолел. Да ты издеваешься, здесь еще дальше хуже. Я тебе серьезно говорю, это жестянка. Кто это придумал, это все издевательство над человеком? Это... Реально здесь похудеешь, пока будешь бегать здесь. Так, ну-ка, нежно, давайте подкиньте меня, ну давайте. Юля пытается. Ну, о! Ого, есть! Знаете что, давайте в жопу другую карту, пойдем посмотрим, что еще. Да, давай. Итак, новая карта, все пузаны готовы, почапали. Ой, блин, и что, и все. И что мне теперь делать? Я встать не могу, погодите, я красный, все, оно падает само. Да, ого, Юль, ничего не осталось. Так, тихо, я тащу все нафиг. Юля, пипец, сам там перемахнул. Ого, видал? Юля, качок, реально. Я вообще, я могу. Связываю. Ой, блин, о. Как нормально. Говорится, могу, умею. Так а зачем это? Это уж ты просто так, что ли? А здесь иначе, может, и не пройти, серьезно. Или бы все, заново. Поздравляю. И чё? Так, надо разогнаться. Сейчас попытаемся. Давай. Тут вот с этими... Нет, ты что, дурак, что ли? О, отлично. Ой, блин, трындец. Ой, трындец. Ну это пипец. Это не играет какой-то... Прям вот вроде не... О, все на месте. Так, а как тащи ты закинула? Тащи. Ты где, кстати? А, ты уже здесь. Тащи. А толку-то только. Не-не-не-не-не-не, надо с разбега. Смотри, Юлёк. О, толстый пауэр, все, блин. О, все только я смотри, я дотащу. Да ты что, издеваешься, что ли, на самом деле? Давай уже, трындец. Я тренируюсь, это знаешь, это для настоящих крутых, толстых мужиков. Еще такой прикол, мы еще вообще не знали, что бег... О, видал, Юль? О, нет! О, отлично. Сейчас я вот так все сделаю. Юль, да не тупи ты, иди уже вперед, на самом деле. Разбегайся. Ой, блин, опять эти балки. Ничего, все, я дошел до чекпоинта наконец. Ой, блин, трындец как разогнал. Прыгай. Не ссы, прыгай. Вот, только смотри аккуратнее. Блин, я на Юлю засмотрелся. Вот, иди, там так, чекпоинт. Так, все, иду. Будет. Скоро? Прям сейчас уже, все, динь-дон, все, началось. Отлично. Yes. Видал, я еще какой удар сделал сейчас. Ого, а это как, слушай, это как сделать так? Стойте, погодите. Трындец, я на какую-то кнопку нажал. Ну че, здорово.
Ох, здоровее Видаль надо было сказать. Здоровее Видаль! Пипец, слушай, погоди, как здесь забраться-то? Да, трындец. Ну все, начинай. Да, Сейчас, я почти. Сейчас, я подожду, я подожду. Зари не свалились только. Давай быстрее! О, хороший, Юль запрыгнул. О, Юля, молодцу. Да, господи. Все. Какое красивое небо. Вообще, просто. Убейте нас. Блинский. Все, Юль, не допрыгнул. Ты с этими коробками только усложнили ситуацию. Надо по-медленному. Сейчас. Здрасте. Стоп. Так, да мешай, не мешай. Я не мешаю. Чего я должен? Чем я помешаю? Сюда просто зайти надо. Юль, я сдох. Трындец. Да? Там надо наверх, оказывается, а не вниз. Это физика, это нечто, блин. Так, сейчас я подожду. Подними меня, пожалуйста. До слез уже не могу. Это какой-то дичь какой-то. Рич-дичь. Так, все, я готова. Блин, ты чего? Надо было вперед, короче, разгоняться. О, когда это закончится насилие. В смысле разгоняться вперед? Вперед. Ну надо как-то. Сошел. Нет. О, блин. Ну, вот как этот мужик-то. Собрат. О, шанс. Блин. Черт возьми, эта игра меня доконает. Здесь надо не торопиться. Все. Фух, сейчас погоди, станцию. Скажите раз. Да, зарядка. Опа, блин, я для Юли как будто пустил. Так. У тебя, кстати, удачно все сложилось. Пузо, как крюк забрасывается. Ну давайте запрыгивайте туда. Или на это надо активизировать. Да ё. Ой, господи, Power Rangers. Фу, блин, погодите, надо просто успокоить. Да, ё! Юля в ловушку заткнула. Ой. Ну, кстати, прогресс, тем не менее. Ну, давай, я уже не могу. Хоть и одно и то же происходит, все равно смешно. Так, я сейчас смогу. Всегда смешно, как люди падают. Походу, в этой игре это работает. О, нет! Как это возможно? А что ее заклинило? Все, нормально. It's impossible для нас. Да, ладно! Какого хрена? Ну, ё-моё. Я готова так прыгать. Ну, блин, меня еще бесит, потому что надо обязательно с разгона. Фу, раз, два, пошел! Блин, ну ладно, тем не менее, я сейчас смогу что-то сделать. Блин! Во-во-во-во-во, все, я сейчас смогу. Блин! Давай я тебя ловлю. Я не могу больше. Я просто... Я придумал, кстати. Это же на экран поворачивается, там дичь какая-то. Блин. Да меня просто настолько вымораживает, что надо начать идти, чтобы прыгнуть. Да уж. Да что же ты падаешь-то, жирная-то свинина? Все, давай. Ну, блин. Ты сам попробуй сюда допрыгнуть. Я смогу, я не знаю, как это делать. Сейчас. Я прослежу. Отлично. Ты первый. Слушай, я не знаю, как туда забраться, правда, это слишком сложно. Да, я, короче, все кнопки сейчас буду жать вот так. Только это, ребут, не жми случайно. Я убрала оттуда руку. Все. Не, я больше не могу. Я не могу, это просто. Я предлагаю на этом закончить. По поводу продолжения опять же. Ничего, потом. Я песок буду жрать. Ладно, ребят, всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока. Личный двигатель, все, пока.